День девочки Мишки и мальчика Мишки. Сестренка, просыпайся. Что? Стерешь? Мими, ну сегодня же нам обещали они купить игрушки. А то у нас так мало игрушек. Давай поиграем. Пока что их не будем видеть. Ну давай молочку возьмем, а то я пить захотел. Ну идем. Вот. Холодильник, вот. Вот мое молочко. Давай только присядем. Ой. Я пока что буду пить. Ага, хорошо, пей. Как вкусненько. Да, давай напоследок оставим. Давай. Давай будем играть теперь. Тут у нас ничего, тут ничего. Давай чудиков поклеим. Ну как-то неохота, тем более у нас наклеек-то мало. Ну да. Так, кролика достанем. Собачку, утку. И нарвальчика. С тобой сюда. Что нам поиграть? Да, у нас такие старинные игрушки, что неохота в них играть. Кажется, нужно все-таки их будить. Да, нужно убираться. Убираемся. Убираемся. Мы... Ой, ребят, мы не сказали. И всем приветик. Да-да, всем приветик. Не будем уже говорить, на каком вы канале, потому что вы уже знаете. Да. Эй, просыпайся. Эй, просыпайся. Ой. Доброе утро. Что вот так? Рано проснулись. Да не рано. Просыпайся. Ой, что? Ой, сегодня будем мебель покупать. Вам игрушки. Игрушечки. Мы уже попили молочко. Ну, хотим кушать. Так, ладно, сделаем. Блин, ну давай одеваем обувь. Давай, Саша, оденем. Сейчас, оп. Блин, что? Давай ты первый. Хорошо, Саша. Оп, одну одел. И сейчас вторую нужно одеть. Свой ботинок красавенный. Чтобы никто не спорит. Они у тебя реально очень красивенькие. Но я пока что в туалет скажу. Вы хотели в туалет? Нет! Просто мне срочно нужно! Сидушку опустите! Хорошо, сидушку опустим. Ой, сказали, сидушку нужно. Давай ты. Можно помыться? Буль-б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 уль. Идем. Идем. Пала я. Так, Саша, а что ты тут еще лежишь? Ой, давай тебя оденем. Вот. Я одела. Идем в туалет. А мы можем
можем без сидушки. Никак. Питомец. А, унитаз что-то у нас не ходит. Ай. Иди тут, Саша, я пока что присяду. Поболтаю с пушистиками нашими. Ну, что делали, пока мы их спали? Так вот, играли, попили молочко и все. Понятно. Ой, что я тут стою-то? Так, сейчас приготовлю я вам. Сейчас открою только. Держите вам молочко. Ну, мы уже пили молоко. Сейчас мы... если вы пьете молочко, все, то вы будете сильными и здоровыми. И что? Вот, держи клубничку. Не хочу я клубнику. Вот. А ты яблочко держи. Не хочу я яблоко. Сюда этим питаемся. Ну, это что ли конфеток? Да-да. Конфетки только с чаем. Так мы так, мы вообще. Ну почему? Молоко вообще вечером можно пить, между прочим. Утром тоже можно пить. Если так думаешь. А нам? А, Бен, держи свой любимый напиток. О, спасибо. И держи печеньку. О, вам вон какая вкусная завтрак. Ну и что? Зато вы будете сильными и здоровыми. Так. Я буду шоколад. И свой любимый коктейль. Ой, свой любимый коктейль. А нам невкусная ягода. И вкусное яблоко, и молоко, которое мы любим только вечером. Ну-ну-ну-ну. Или, если вы это все не съедите, то мы вам не купим игрушки. И что? И то. И мы ваши все игрушки выкинем так. Все, мы выпили все. Ну-ка. Выпили и съели. Хорошо. Начнем мы. Вот, все. Это тоже мы слушаем. Но это не сюда. Закрываем наш холодильник переносной. Почему вы вообще не помылись? Ну, просто не помылись. Ладно, идемте в магазин, идемте. Яичко. Ой, что, Бася? Хорошо, что мы открыли у себя дома магазинчик. У нас товаров нет. Если бы нам один товар прилетел. Ага, это супер класс. Ну-ка. О, очень хорошо. Зеркало. Вот, даже хорошо, что есть. К нам даже Лего прилетело. Давай минуточку посмотрим на минуточку. Вау, какой же он яркий. Ой, где только рассыпались. Смотрите, все собрано, какая красивая. Какая девочка прикольная, и лягушка есть. Блин, почему мы его сразу-то не покупали? У тебя оставили? Ну нет, это для покупателей. Коробку мы просто выбросим. Ха-ха-ха. Ой, просыпалось все. Один, давай, нам не нужны. Вот так. Выбрешу их. К ним прилетело. Мой.
сумку можно ими же передать. А. А нужно все вот это вот передать. Ай. Крам. Катимся, катимся, мы перекатимся, катимся и катимся, катимся мы катимся, катимся, хотим очень долго катиться. Кат. Почему их так долго нет? Бубля, бубля! Где они? Бум-бум-бур-бум-бум-бум-бум-бум. Ой, наконец-таки! Наконец-то что-то. Магазин объявляем открытым. Ай, ну пошлите уже. Так он уже давным-давно. Садимся на тачку. Вот наша юбилейная тачка. Ура! Ура! Тут можно лёжа кататься. Потому что эта тачка супер королева. И... Бам! Что так быстро? Эй, алло! Что так быстро? Я не... Вау, как много игрушек! Вау! Мими, я же был прав. Ой, мне об этом сны снились. Я думаю, что мне тоже прям такие же сны снились. Давай купим это. Какой красивый фламинго. Он стоит? Нет. 100 рублей. Ой. Где хуя? Ой, что тут продается? Какой замечательный столик, да? Я его беру. Там в подарок есть зеркало. Сколько стоит? Ну, так у нас ничего другого. Все, точно. Какой 50? 200. О! Да что, так мало? Так мало? Да, мы, блин. Потому что мы такие красивые, они не будем. Давай им дорогой продавать. Давай у нас будет магазин. Все маленькая цена. Давай. Давай купим вот это. Сколько стоит? 100 рублей. Угу. Берем еще вот это. Блин, возьми вот это. Мы хотим все кружки скупить. Все. Можете все, можешь сумку. Это же сумка 2000. Это ко мне нужно на работу. И заработаю. Нужно мне на работу взять. Какая красивая сумка. Надо вот еще вкусняшки прикупить. Да сколько будет дней на работе? 3 дня. 3? Что-то? Ну, я сказал, я договорился, что они мне будут давать. В один день по 5 миллионок. О, классная работка у тебя какая-то. Так, ладно. Ну, все. Кажется, все. Мы это все берем, Басики. Ой, а меня-то не бери. Я-то не стою никак. То есть, короче, мы у вас все скупаем. Хорошо, будет стоить мало. Сколько? 500. Ой, какой 500? 50. Не 50, а 30. 300. 300. 300, хорошо. Тин-тин-тин-тин. Все, едем домой. Вот наша легендарная тачка. Загружаем. Нашу легендарную тачку. Нашу легендарную тачку. Нашу легендарную тачку. Тачку, тачку, тачку. Едем домой.
Едем, едем мы домой. Едем, едем мы домой. Да, да. Ой, вот дом. Так, все, перекоруемся. Ой-ой-ой. А, все, идем домой. Идем, будем играть. Блин, мне так нравится. Идем в нашу гнездышку. Познакомим наших игрушек. Да. Но это будет вторая часть, потому что это первая часть. Тут так вам идет. Вау. Вау, вау, вау. Блин, мне нравится. Давай вот чудиков. О, у нас же пупытик есть. Пупыты у нас есть, мы забыли, что у нас есть пупыты. Классно, у нас же пупыты есть. Пупытики. Давай поиграем с пупытиками. Пупы. Здесь мой будет. Это мой пупыт. Это мой. Что делаете вы? Мы в пупыты играем. А, в эту. Играете в эту фигню резиновую? Да. Это не фигня. Но мы-то не понимаем, что это, поэтому говорим фигня. Так, пупытики. Нет, пупытики. Пупытики. Пупы, давай и вот сюда. Уже себе классную сумку приобрел. А, так много у нас теперь игрушек, игрушек. Теперь у нас радостная душа. Радостная. Так у вас она всю жизнь была радостная. Ну, сейчас еще радостнее. На этом все. Всем пока. Пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Пока! Ой, лайк, пока. Теперь точно пока.